Всем привет! Вы на канале Little Candy. Кто не подписался, подписывайтесь на наш канал. У нас много интересного. И не забывайте ставить лайки. Сегодня мы с Ариной будем играть для нас новую игру про симпатичного котенка. Она называется Little Kitten. Маленький котенок. Ариш, ты готова? Нажимай. Динозаврик смешной, да? Маленький котенок. Смотри, коробка. Котенок ищет дом. Ему грустно. Да, маленький котенок. Очень грустно. Он грустит. У него нету домика. Он не слышал велосипед. Велосипед приехал. И он решил сам прийти в гости. Он хочет попасть в этот дом. Кто тут? Котенок! Нажимай на бантик. Ой, у него теперь будет красивый бантик. Так, что теперь? Давай его погладим, попробуем. Смотри, он показывает, что он хочет наверх. Это комната детская, да? Ну что, будем играть с ним? С котенком можно играть. Смотри, нажимай на эту игру. Нужно собрать крокодильчика. Нет, нужно вернуть. Это бегемот. Так, оставляем. Смотри, бегемотик. Но нам нужно собрать крокодила. Давай будем искать. Оставляй. Ты обратно нажала. Оставляем. Все, стоп. Среднюю. Ариш, не спеши, не спеши. Все, стоп. И хвостик давай. Найдем крокодильчика. Все, у нас получилось. Смотри, мы заработали рыбку. Теперь нужно бегемотика собрать. Сможешь собрать? Попробуй. Оставляй. Оставляй. Да, мы собрали бегемотика. Теперь петушка. Нет, нажал. Да. Оставляй хвостик. И теперь нужно найти головку. Да, мы собрали. И осталась еще одна рыбка. Давай соберем еще рыбку. Давай, ищи хвостик. Да. Еще раз. Да. Да, мы собрали рыбку. Котенок говорит, класс. Так, что еще мы можем поиграть? Смотри, давай нажмем на эту коробочку. Так, что здесь? Нажимай. Один. Это мы ищем котенка. Смотри, он ловит уточек. Нет, нет, нет. Оп, лапкой поймал. Смотри, нет, пропустили. Нужно нажимать тогда, когда... Вот. Оп. Мы заработали еще одну рыбку. Не спеши, не спеши. Теперь мишек, нужно ловить мишек, смотри. Оп, поймали. Поймал котенок мишку. Ой, пропустили. Да, две рыбки у нас уже есть. Ну и третий раз. А, смотри, мышек нужно ловить. Да, мы собрали. Слушай, давай нажмем на котенка. Нажимай. Так, мы поиграли уже в эту игру. Давай, что еще мы можем поиграть? Так, привет. Ой. Так. Ну что, погладим его? Ой, как он ворчит. Смотри, мышка. Давай нажмем на мышку. Нет, не хочет играть. А, играет.
Что нужно делать? Мышка хочет к сыру добраться. Смотри, вот так. Нет, не добралась. Поймал. Никак не может мышка добраться к сыру, да? Давай его погладим. Ну что, хочет спать? Так, во что еще поиграем? Во что еще ты хочешь поиграть? Давай попробуем поиграть в мячик. Смотри, он играет в баскетбол. Так, что еще? А давай нажмем на машину. Будем катать котенка? Так, ну. Ему нравится. Ай! Ой. Она очень быстро поехала. Он не ожидал. Так, давай еще посмотрим, что в этой коробке. Ой, мы его напугали. Мы напугали котенка. Давай посмотрим, что здесь. Он спрятался. Ку-ку. Ну, будем играть в прятки? Давай, ищи котенка, где он? Может, здесь? Нету. Может, здесь? Аиш, а может, здесь? Нажми. Нет. А вот, смотри, хвостик выглядывает. Нажимай на эту коробочку. Спрятался. Обратно спрятался. Где же ты прячешься? Не можем мы его найти, правда? Ладно. Вон хвостик. Будем еще искать? Ну давай ищи. Может быть, в сундуке? Нет. В этой коробке нет, нет. Смотри, осталось немножечко. Так, куда же ты? Смотри, вот он сидит. За часиками, видишь, где часики? Нажимай на котенка. Да, мы тебя нашли. Все. Все. Так, теперь давай что-то другое. Что еще? Может, мы... Давай-ка мы... Что жирафик делает? Смеется. А давай нажми на самолет. А, летает. Здорово. Ему не страшно. Улетел. Вернулся. Смешно, да? А это? Скейт. Тоже хочет покататься? Смотри. Он спустился вниз. Давай вернем его обратно вверх. Что еще мы не смотрели? Давай эту машинку посмотрим. А, он кушать хочет. Ты покорми его рыбкой. Неси, да, неси его. А? Ему нравится. Мурчит, ему нравится рыбка. Вкусная. Еще хочет? Ой, довольный. Ну давай ему эту. Давай еще одну рыбку. Да? Все, все съел. Да? Давай еще поиграем тогда. Зайчик. Так, что здесь? О, может, порисуем? Давай. Это лапка котика, она рисует. А давай добавим еще красную краску, да. Просто нажимай на, да, на лапку. А теперь рисуй. Смотри, получается, если красная и желтая, получается оранжевый цвет. А если добавить синюю краску? Вот синяя краска. Видишь, смотри, получается фиолетовый.
Видишь, можно что-то нарисовать. О, лапки, смотри. Поставь лапки. Нажимай. Хорошо, хорошо нужно нажимать. А видишь, ты поменяла на кисточку. А теперь верни на лапку. Все, все, лапка. А теперь нажимай пальчиком на бумагу. Да, здорово, да? А вот водичка. Теперь вот мы помыли лапку. Теперь, может быть, черную. Топ-топ-топ-топ. Здорово, да? Давай еще посмотрим, что еще есть. Что еще, котик, во что оно любит играть? Так, что в сундуке? Ой, кто там выглянул? Знаешь, кто это? Медвежонок? Да? А, это мы обратно нажали, чтобы в прятки. Нет, в прятки мы уже играли, сейчас вернемся. Так. А, он хочет попрыгать, смотри. А что же нужно делать? Нам нужно, чтобы он в воздухе повторил эти все позы. Давай нажимаем. А как же? А, есть. Видишь, нажимай на котенка. Так, есть. Видишь, мы зарабатываем сразу же рыбки. Да, вот так, сильно. Так. Нам еще нужно две позиции. Так, ну кувырок. А как же сделать эти? А ну, сейчас. Вот, я поняла. Смотри, нужно... А теперь вот так, пальчиком. Вот, есть! Класс! Мы заработали обратно для котенка рыбки, да? Ну что, будем теперь укладывать спать его, наверное? Так, а как же тебя уложить спать? Так, ну прыгать, мы уже прыгали, нет. О, все, наступила ночь, и котенок ложится спать, да? Все, спокойной ночи, Little Kitten. Да, Ариш, а мы будем прощаться с нашими зрителями, а завтра мы будем обратно играть с котенком, правда? Тебе понравилось? Класс! Ну что, друзья, вот такая интересная игра и такой милашка котенок. Арише он очень понравился. Да? Ставьте лайк под этим видео и до новых встреч! Пока-пока! Пока!